По-настоящему зрелищным и красочным получилось открытие нового аттракциона. Зажигательные танцы, музыка и, конечно же, радостный смех всех тех, кто любит прокатиться с ветерком. Участие в мероприятии приняли представители вертикали власти, неравнодушные горожане, молодежь. Также массово здесь будет и дальше. В этом уверен мэр города Александр Рогачук. Городоначальник поблагодарил всех, кто принимал участие в установке аттракциона, за работу, а также заверил, что такие мероприятия будут не единичны, ведь брещане заслуживают того, чтобы жить в красивом городе. В итоге получили хороший, нормальный, современный кластер новых аттракционов. Очень хорошо, что они ночью красиво подсвечиваются. Это тоже элемент городской среды. Поэтому у меня хорошее солнечное настроение, я думаю, как и у вас. Всем хороших, ярких впечатлений. Сегодня наш город из рук губернатора получает диплом лучшего города Брещины. Я думаю, что это очевидно. Это вот один из элементов тому подтверждения, что город Брест успешно, динамично развивается. И к тысячелетию, к сентябрю мы придем современным красивым городом, в том числе элементом, которым будет вот эта замечательная карусель, наверное, правильно называется, замечательный аттракцион. Всех с праздником и спасибо еще раз всем авторам этой идеи. Дальше подаваться и присутствующих торжественное нажатие пусковой кнопки, и вот уже желающие прокатиться отправляются на высоту в 9 метров. В первые часы работы аттракцион получил признание у горожан. Цепочная карусель рассчитана на довольно большое количество желающих получить свою порцию адреналина и эмоций, а их оказалось немало. Знаете, большие сдвиги. Видно, что и деревья высаживают, и делают, и красят. Ой, вообще здорово. Я всегда здесь гуляю, мне очень нравится. Наблюдать за животными вообще очень красиво здесь. Я считаю, что вот с Минском даже наш парк красивее. Интересно, потому что не хватало именно взрослого аттракциона, как в детстве все катались после нашего вальса. Все катались, даже у меня был вопрос, когда уже откроют взрослый такой. Так хочется испытать те же самые эмоции. И на самом деле очень классно то, что он появился, очень приятно. Вообще это знаковое событие, потому что что-то новое в Бресте, это всегда знаковое событие, потому что я люблю этот город, и что-то новое я пытаюсь это все использовать и как-то попробовать. Кстати, первые несколько часов новый аттракцион проработал бесплатно, чем получил еще большую популярность. Теперь он бесспорно станет одной из любимых площадок отдыха брещан и гостей областного центра. Анастасия Назрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.